जयो राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवाला भा गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजना यशोदा नंदन व्रज जन रंजना यमुना चीरावन चारिया यमुना चीरावन चारिया चीरावन चारिया जयो राधा माधवा कुंज बिहारी बिहार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वाला भाव गिरिवराधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजना व्रज जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजना यमुना चीरावन चारी यमुना चीरा यमुना चीरा वनचारी यमुना चीरा जयो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वाला बा गिरिवर धारी गोपी जन वाला गिरिवर धार यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना चीरा वनचारी यमुना चीरा वनचारी यमुना चीरा वनचारी यमुना चीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама. Рама, Рама, Хари, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам. Хари, Хари, Хари. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare. Кришна, о, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам. Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram. Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Jaya Radha. Харинам Санкитане Хики, Чаши Прупадхи, Нитай Гувара Премананди. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать Шримад-Бхагаватам. Шестая песня, девятая глава, 44 текст. Есть там, да? Вчера. Хорошо. Атхуйша джахитваштрам грасантам бхуванатраям грастаньенанах Кришна теджам сястраюдханича. Перевод. Поэтому Господь, о Верховный Повелитель, о Кришна, убей же грозного демона Вритрасуру, сына Твашты, который поглотил все наше оружие и снаряжение и лишил нас сил и власти. В Бхагавадгите Господь говорит: «Намам душкрити на мудхах, пропадьянте на радхамах, майя пахрита гьяна, асурам бхавама шритах, чатур видха бхаджанте мам, джанах сукрити на рджуна, арто джигьясур артхартхи, гьянича бхаратаршабха». Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чьё знание украдено иллюзией, и демоны, безбожники, никогда не предаются мне. О, лучший из Бхарат, четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Начинающих преданных четырех типов, которые обращаются к Верховной Личности Бога и служат Ему с материальными мотивами, нельзя назвать чистыми преданными. Но даже у таких материалистичных преданных есть шанс однажды оставить свои материальные желания и очиститься. Когда полубоги попадают в безвыходную ситуацию, они начинают слезно молить Верховного Господа о помощи и в этот момент становятся почти чистыми преданными.
свободными от материальных желаний. Признаваясь, что из-за своего материального благополучия они забыли о чистом преданном служении, полубоги тогда полностью предаются Господу, оставляя на Его суд казнить их или миловать. Такое чувство полной зависимости от Господа необходимо каждому. В одной из песен Бхактивинод Такура есть такие слова: «Мараби ракхаби йочхатагара». «О Господь, я всецело предался Тебе, найдя прибежище у Твоих лотосных стоп. Теперь Ты волен убить меня или спасти. Я полностью в Твоей власти». О Магьянати Мирандасья, Гьянаджала Шалакая Чакшурун Миритам, Янатас Май Шри Гураве Намага, Шри Чайтанья Манобиштам Стабитам Яна Бутали, Своям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, здесь описывается история, как полубоги сражались с демоном Вритрасурой, и мы знаем, то есть полубоги — это преданные, которые сохраняют материальные желания. Это не только какие-то могущественные живые существа, которые управляют стихиями, Шрила Прабхупада объясняет, любое живое существо, но Шрила Прабхупада объясняет в своих комментариях, оно, если оно поклоняется Господу, но при этом сохраняет материальные желания, оно относится к категории полубогов или суры. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии, он как бы связывает этот стих с нашей реальностью, какая польза, то есть мы должны понимать, всегда связывать нашу стихи Шримад Бхагаватам практически с нашей жизнью. И здесь также Шрила Прабхупада это делает. Он приводит пример, что Бхагавадгиту цитирует, говорит о том, что душкритины, они, то есть это полные, то есть, ну, санскрит, он очень, ну, как сказать, тоже сквозит в нашем языке. И это, то есть, душа кретина, душкритина, понимаете, то есть это полный кретин, то есть полные кретины, они вообще не предаются Господу, душкритина. И говорит, мудгах, то есть они мудги. Мудги — это такое, опять-таки, санскритское слово, и когда мы читаем, оно, ну, как сказать, не звучит в нашем сознании, понимаете, не звучит в наших ушах, ну, как-то так ярко. Понимаете, потому что мы привыкли к каким-то другим словам, которые, например, выражают тот же самый смысл, понимаете, ну, то есть это другой же, это не наш родной язык, да, например. Поэтому всегда нужно приводить синонимы тех слов, которые отражали бы значение этого санскритского слова. И, конечно, переводится как глупцы, ну, глупец — это, то есть, так тоже мягко звучит, для того, чтобы это более простым русским языком объяснить. То есть это, ну, такие, знаете, вот, ну, идиоты, колхозники, ну, такие глупые, очень глупые люди. Да, то есть душкритина, мудах. Еще в других местах Шрила Прабхупада он использует санскритское слово вимудхи. То есть муд — это мудха в квадрате. Вимуна. То есть полный вообще невежда, то есть они вообще не предаются Господу. Но более-менее разумные люди, благочестие, вот этот разум, он зависит от благочестия. Вот. Что такое благочестие? Это деятельность на благо других живых существ. То есть, если кто-то действовал в прошлых жизнях и так далее, то есть на благо других живых существ или в этой жизни, он обладает каким-то более, ну, то есть разумом. И этот разум, он позволяет предаться, то есть этот разум позволяет увидеть, что не-не-не, ну как-то нету Бога, а как же, откуда же все взялось, как бы,
И то есть вот это объяснение, что ну ничего не было, и потом это ничего взорвалось, и потом все появилось. Оно как бы ну, не вдохновляет. Не кажется логичным, да, потому что есть разум. То есть у кого разума нету, кто мудга или вимудга, душкритина, они как бы говорят, да не, ну что, логично, короче, ничего не было. Взорвалось, потом ну, как бы молекулы, амебы, все получились, обезьяны, с обезьян, короче, мы очень-очень логично, очень круто, короче, такое объяснение вообще супер, что мне нравится, что непонятно. То есть это когда вот такой, ну как бы разум, понимаете, то есть вимунги. Но более-менее, то есть это значит, что его нету вообще разума, то есть, то есть или разум осла, то есть или глупца. Но реальный, когда у человека разум появляется, то есть его это объяснение не удовлетворяет, он понимает, что что-то, ну это вообще какой-то бред. Вот, и поэтому он начинает искать причину своих страданий. То есть в материальном мире все страдают. Поэтому четыре вида людей, которые страдают, как с вами Махараш, кстати, вот, помню, как-то в лекции говорил, Кали-Югу, есть четыре вида праведных людей, которые предаются Господу. Страдающие, сильно страдающие, очень сильно страдающие и очень-очень сильно страдающие. В основном так происходит. И они предаются Господу, потому что то есть они из-за страдания, они страдания заставляют нас думать, искать причину как бы, наших страданий, то есть как-то прибежище, и то есть мы предаемся Господу. Такие люди предаются Господу. Но на начальной стадии, то есть мы находимся на материальном уровне, и у нас сохраняются то есть, вот эти, то есть движимые желанием избавиться от страданий, улучшить свою жизнь, мы предаемся Господу, то есть благочестивые люди предаются Господу. Но то есть, эти все материальные как бы, привязанности, желания и привычки просто, как бы, ну, то есть мы за много миллионов, миллиардов лет здесь, ну, это она очень глубоко сидит, может даже мы уже как бы там, ну, хотели бы не хотеть, по крайней мере, но все равно это остается еще. И поэтому влияет это состояние преданных, то есть таких вот, которые предаются Господу, ну, то есть вот это материализм, он остается, вот, и он влияет. Вот, и поэтому Господь, он может помогать даже преданному, то есть Господь может помогать преданному как бы предаться ему и почувствовать вот этот вкус предания. Мы знаем, много есть историй, как полубогам, таким как Налокувара Манигрива, то есть или сам Господь, или преданные, они помогают, то есть в случае, то есть Господь через преданных, через чистых своих преданных, то есть как в случае с Налокуварой Манигривой, то есть Нарада Муни, как бы их, они были полубогами, вот, и то есть, потому что в жизни полубогов тоже страдания, мы же можем видеть. Иногда нам кажется, ну вот высшие планеты, там у них прямо все, короче, супер-пупер. Или как вот в Сатья-Югу я читал в 12-й песне Шримад-Бхагаватам, там перевод такой: в Сатья-Югу все люди с рождения чистые преданные. Я такой думаю, как? А что они тогда родились в материальном мире, раз они чистые преданные? Да? То есть, как это чистые преданные с рождения? Потом посмотрел перевод санскрит, вернее, не перевод, а оригинальный текст. Посмотрел санскрит, и в санскрите написано «дхармик», да? То есть они религиозные с рождения. То есть они склонны следовать дхарме, то есть они склонны следовать религиозному пути с рождения, все люди. Они души нечистые преданные. В материальном мире, тот, кто рождается в материальном мире, тот он рождается ну, с конкретными, то есть, потому что у него есть желание, то есть обитатели материального мира. Они сюда приходят только, ну, если, конечно, это не мессия какой-то с духовного мира, как Шрила Прабхупада или какие-то спутники Господа, которые приходили с ним.
для того, чтобы разыграть игры здесь Лилы. Вот, то есть все другие живые существа, однозначно, которые здесь обитают, неважно, полубоги они или здесь, то есть они все обусловлены, они все имеют материальное желание, то есть они нечистые, преданные. И иногда, то есть кажется, такая идиллия, что на высших планетах, все там, они не болеют, там они не стареют, они наслаждаются и так далее. Но на самом деле, то есть тоже страдают, и вот эти страдания для демонов, ой, для полубогов, они проявляются в форме демонов, то есть демоны их там иногда, ну, то есть не дают им заскучать от чувственных наслаждений материальных. Материальное наслаждение, то есть материальное счастье, оно невозможно без страдания, потому что ну, двойственность. Вот, материальное счастье по своей природе, оно приводит все равно к скуке. Вот, и скука – это одна из форм страдания. Вот, и поэтому они таким образом время от времени, то есть они предаются Господу, то есть они молятся Господу. И как вот в случае с Нарадой Муни, Налакуары Манигриву, помог им стать чистыми преданными, то есть он их проклял. Вот, и это очень жестко, на самом деле, очень бессердечно, то есть это очень серьезно. То есть вы полубог, представьте, а потом раз вас и в дерево, короче. Это на много-много лет. Это очень-очень... Это хуже, чем вот если вы, например, сейчас живете в Днепре, понимаете, это еще хуже. И вот вы сейчас, например, живете в Днепре, и у вас там все хорошо, работа, ну, как бы здоровье, там, в общем, все хорошо. И у вас там раз, и куда-нибудь в Донецк на подвал, короче, знаете. Только тут это вот проклятие, оно еще хуже, короче, знаете. На высших планетах, и у вас, представьте, и за что? Просто за то, что вы там не оделись, короче, понимаете? Представьте, на Радамуне, вот, Титикшева Каруника, терпеливый и сострадательный садху, за то, что просто не оделись, он их, короче, дал им, короче, такое. Очень-очень жестко. Но это благословение, потому что он хотел, он видел, что они могли бы лучше жить, но они из-за тупости своей, то есть из-за невежества, они не понимают, где действительно счастье, в чем счастье. Вот, и преданный поэтому действительно терпеливый, сострадательный. И он знал, что они его попросят, чтобы он их простил, как бы он дополнил свое проклятие благословением, что они получат даршан Кришны. Вот. И таким образом они стали чистыми и преданными и вернулись в духовный мир. Вот. И то есть таких примеров очень-очень-очень много. Вот. Поэтому мы должны понимать, то есть когда мы встаем на путь преданного служения, мы должны понимать, что наша жизнь материальная, она может не улучшиться, а ухудшиться. Понимаете? То есть с самого начала вы должны это уже понимать. Потому что если это надо будет, понимаете, то есть если это поможет нам предаться Господу, то Господь может нам устроить. Конечно, это не всем такое дано, потому что это особая милость Господа. Вот. Но это имеет место. Шрила Прабхупада в некоторых комментариях он упоминает об этом. Я сейчас немножечко вам зацитирую в конце. Вот. Бывает иногда, Шрила Прабхупада, да, вот сейчас. Тот, кто привязан к семейному очагу, видя в нем источник материальных удовольствий, не может стать чистым преданным. Бывает иногда, что чистый преданный по привычке привязан к жене, детям и дому. И в то же самое время стремится служить Господу как можно лучше. Для такого преданного Господь находит способ
отобрать то, к чему он привязан, и тем самым избавляет его от ложной привязанности к жене, дому, детям, друзьям и прочему. Такова особая милость Господа, которую он проливает на преданного, помогая ему вернуться домой к Богу. То есть Шрила Прабхупад на собственном опыте тоже это испытал в своей жизни. И здесь Шрила Прабхупад также об этом пишет. Да. И поэтому мы должны, у нас должна, то есть как преданные, мы когда присоединяемся, мы должны иметь вот эту веру. То есть, когда мы говорим, мы должны иметь эту веру во что? Что сознание Кришны – это высшее благо. Это называется шрада. То есть тогда, если у нас вот эта вот вера есть, это высшее благо. Поэтому мы стремимся к высшему благу. Потому что такова природа каждого человека. Мы хотим самое лучшее. И это высшее благо. Предаться Кришне, развить бхакти, развить любовь к Кришне – это высшее благо. Вот. И мы к этому стремимся. Вот это вот шрадха. Поэтому вот нам нужна вот эта шрадха. Если у нас будет шрадха, тогда у нас будет садусанга, тогда у нас будет баджанакрия, тогда нархневрити будет, придет со временем, тогда будет ништха, руча, асакти и так далее. Бхава, прямо. То есть таким образом. То есть если шрадхи нет, если мы можем, то есть вот будучи страдая, человек может присоединиться к движению сознания, предаться Господу как бы на какое-то время. Но из-за недостаточного интеллекта, то есть он может начать рассматривать какие-то вот промежуточные цели, то есть материальные какие-то цели. Вот, то есть, и тогда у него не будет вот этой вот шрадхи. Вот, он будет пытаться изменить свою, просто улучшить свою материальную жизнь. И это неблагоприятно. Я, конечно, думал, знаете, ну, что такого не бывает в движении сознания Кришны, потому что, ну, Шрила Прабхупад уже так книги, короче, так все объясняет, короче, ну, что там надо быть вообще, короче, вивимудрой надо быть, чтобы не понять это, к чему надо стремиться, то есть какая цель, вот. Но оказывается, то есть, так как, я думаю, что часто преданные, они не читают книги, то есть они один раз когда-то почитали вначале, и то не все книги, вот. А потом времени нет и так далее, то есть и вот майя она уводит. Я вот, мне преданный недавно сказал, я как бы такого не слышал, я не знал, интересная очень как бы информация такая, что оказывается у нас в городе проводятся, не знаю, ну, скорее всего, сюда преданные, наверное, проводят, или кто, я не знаю, кто это проводит, я как бы подробностей там не знаю, ну, скорее всего, мне кажется, это преданные проводят, какой-то там семинар, не семинар, ну, типа такие лекции какие-то образовательные по улучшению кармы. Улучшить, оказывается, можно карму. Вот. И, ну, и туда приходят какие-то люди, как бы непреданные, но также туда ходят и преданные. Вот. И это, конечно, ну, такое проявление, то есть очень яркое проявление невежества. То есть это как бы ну, большая глупость такая. Вот. Почему? Потому что, ну, невозможно карму поменять, понимаете? То есть вот эти все семинары, вот эти все как бы, ну, образования, это просто все, он платный, этот семинар. Тот, кто проводит, может карму улучшить. Да, да, да. Семинар платный, вот. Да. Почему невозможно? Потому что у нас это называется прарабдха карма. Прарабдха карма, она уже проявлена. Вы ее никуда не денете. Понимаете? Вы можете сейчас просто, благодаря своим благочестивым поступкам, улучшить свою карму в будущем. Понимаете? В будущей жизни. Вот.
Сейчас уже это уже все, это прарабдха. Сейчас это можно как-то изменить, но только предаваясь Кришне, только по милости Кришны. То есть только через процесс бхакти-йоги. То есть по-другому это не работает. Это нереально вообще. То есть это азы на самом деле, это азы. Вот, но ну кто-то, понятно, там, я понимаю, там хочет денег заработать, рассказывает людям. Но преданные, это, ну, нельзя же быть такими лохами по жизни, понимаете? Я извиняюсь. Я просто специально такие санскритские слова использую. Понимаете, чтобы нам было понятней, потому что это наши родные слова, мы к ним привыкли. И они как бы, то есть, ну, на санскрите это мудрые, нельзя быть такими мудрыми. То есть, и изучая книги Шрилы Прабхупады, то есть верить в это не работает, понимаете? Не работает. Только если мы предаемся полностью, это чистый, Кришна говорит в Бхагавадгите, тот, кто постоянно думает обо мне, сосредоточившись на моей трансцендентальной форме, я даю то, что им не достает, сохраняю то, что не имеют. Но даже те преданные, которые не достигли этого уровня, потому что это высокий уровень, они все равно вынуждены терпеть последствия своей кармы. И вы их никуда не денете. Даже если вы Кришне предаетесь. Поэтому в 10-й песне Шримад Бхагава, там Господь Брахма говорит, тот, кто терпит последствия своих прошлых поступков и в глубине своего сердца продолжает поклоняться Верховной Личности Бога, то чистое преднаслужение для такого человека становится его законным правом. То есть кто-то терпит, раз надо терпеть карму, значит она не уходит, а значит она остается, понимаете? Ну, и Господь Брахма не говорит, что те, кто пытается скорректировать свою карму, улучшит свою жизнь. Нет, это глупцы, это глупцы. Они ничего не изменят, это просто ну, бесполезная трата денег и времени. Это просто глупость. Ничего не изменить. Только через преданное служение. Только через процесс бхакти. Конечно, бывает, преданные могут использовать это как бы такой заголовок для того, чтобы привлечь людей. Вот, да, это также оправдано. Вот, и пусть даже заработать деньги, если это преданные, они хотят как-то косвенная проповедь такая. Они хотят привлечь людей для того, чтобы ну, так или иначе подтянуть их к процессу преданного служения. Это реально им поможет, это реально им поможет. Вот. Но если без процесса преданного служения, то есть, но имеется в виду, но преданным уже, которые знают о процессе преданного служения, но эти семинары посещать нет смысла, вот, потому что они уже в процессе, они уже либо поняли, что надо терпеть карму, поэтому менять ее не надо, они поняли, что ее невозможно изменить, либо они стараются полностью предаться Кришне для того, чтобы уже жить под влиянием внутренней энергии, то есть освободиться, жить в освобожденном состоянии, то есть освобожденном от последствий своих поступков. То есть так, таков путь. Вот. Но из-за того, что мы не читаем, то есть это называется дурдайва. Дурдайва – это вот эта дурная дайва, судьба. Дурная судьба, плохая судьба. Дурдайва. Сейчас по читанию говорит, что из-за того, что у меня дурдайва, у меня нет влечения к твоим святым именам. Но это не только к святым именам, а у меня нет влечения к Шримад Бхагава, там, к читанию Чаритамрити, то есть к этому трансцендентному знанию из-за дурдайва. И я пытаюсь искать что-то улучшить, как бы там свое материальное положение на стороне. И какое лечение, какой выход из этого положения? Тринада писуни чинадару. То есть нужно стать терпеливее дереве, смирение дровинки и искать милость Кришны. Вот. То есть вручить себя, как здесь Шрила Прабхупад пишет в комментарии, полубоги, они взывают Господу и оставляют на волю его. То есть либо ты наказываешь меня, я готов это принять. То есть мне будет плохо, я буду страдать, и я не буду возмущаться, бунтовать, психовать. Вот. Либо ты поможешь мне там как-то избавиться. То есть они оставляют. Они молятся, конечно, они хотят, чтобы Господь как-то защитил их, помог им, но также одновременно с этим они не требуют. И в чем это проявляется? Что они готовы терпеть, если это как бы такова воля Господа, они готовы терпеть страдания, понимая, что это их прошлые, это последствия их прошлых поступков. В конце концов, какие прошлые поступки? Да просто потому, что мы захотели когда-то жить в материальном мире.
Это уже, это же наш выбор. Вот теперь мы вынуждены страдать. Это все равно наша вина. Вот, и поэтому все, что здесь с нами происходит, плохое, это в любом случае мы в этом виноваты. Не Кришна виноват. И так вот, так рассуждает преданный, и поэтому он поклоняется Господу. И я вижу, как многие преданные, вот почему, как Шрила Прабхупада говорил, удивительно не то, что уходят, а удивительно то, что остаются. Почему? И за 27 лет вот, я здесь знал очень много-много людей, которые присоединялись. И где они сейчас, непонятно где. Инициации получали, непонятно где. Почему? Потому что когда случаются трудности, когда приходят проблемы, когда приходят страдания, вот, они начинают психовать. Да, они начинают психовать. Они начинают обижаться там, на Господа. Так и так далее. То есть это вот это вот, то есть то, что они оставляют процесс, это проявление гнева, то есть гнева, то есть псих. Но мы не находимся в том положении, чтобы психовать, понимаете? Это как раз проявление гордыни. То есть если мы думаем, что можем себе позволить психануть, то мы будем очень об этом жалеть, очень страдать будем в конце жизни. И будем вспоминать, будем думать, зачем же я так тупанул. 20, 30, 40 лет назад, да. Умирая и так далее. Поэтому мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады и связывать всю свою веру, то есть вот, знания получать оттуда. Не нужно никаких дополнительных источников информации. Все там есть, лекции, книги Шрилы Прабхупады. Вот. Там истинное знание. Если мы не хотим, чтобы нас обманули, вот, если мы не хотим быть, относиться к категории жертв обмана, вот, то мы должны твердо верить в наставления Гуру и Кришны, которые изложены в священных писаниях. Вот. И майя, она будет действовать на нас, она будет пинать нас, несмотря на то, что мы повторяем Хари Кришна, даже больше будет, помогая нам, потому что она своими пинками будет помогать нам. Вот. Ну, кто-то может на это по-другому это воспринять, эти пинки. Но мы должны быть удачливы. И удачливость, она зависит от нас. Это, ну, то есть не вопрос какого-то случая. Удачливость, она заключается в том, что мы сохраняем при любых обстоятельствах, сохраняем веру в милость Кришны, что это все милость Кришны. Что бы ни было в нашей жизни, это милость Кришны, и продолжаем Кришне поклоняться. И таким образом мы становимся удачливыми, никак по-другому. То есть мы можем эти процессы контролировать, то есть мы можем то есть можем сделать свою жизнь удачливой. И это происходит не за счет посещений таких вот корректировки кармы. Нет, это происходит только по милости Кришны, он это контролирует. И в другом случае, в обратном случае, мы будем неудачливы. И Шрила Прабхупада, я помню, вспоминаю, он читал лекцию, и он приводил пример жителей Бенгалии. Он говорит, вы, говорит, посмотрите, насколько они неудачливы. Насколько, говорит, они неудачливы. Они живут, говорит, на земле, где приходило самое милостивое воплощение Бога. Шри Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху, его спутники все приходили. Там можно жить 4 урожая в год. 4 урожая в год. Картошка, кабачки, помидоры, огурцы, все, короче, там еще куча всяких заморских овощей, которые мы не знаем, короче, да, там на крышах эти тыквы растут, короче, да. То есть, ну, вообще, просто ты живешь в этом, тепло, ну, все условия, только, ну, не надо как бы. Говорит, ну смотрите, посмотрите, насколько, говорит, они неудачливы, они живут, то есть на такой земле, которая специально предназначена для самоосознания. Юридическое знание, оно, говорит, с детства им доступно, Бхагавад-гита, все остальное. Но они, говорит, читают Карла Маркса, говорит, и Ленина, говорит.
короче, труды, короче, да. На заборах серпы, молоты, короче, да, звезды там, блин. Говорит, насколько они неудачны. То есть так вот можно, представьте, вот как Майя, то есть я к чему это говорю? Что это еще не значит, что у нас уже успех, что вот у нас уже это знание, вот оно есть. Вот оно стоит у нас на полках. Понимаете? Вроде бы есть. Если мы не погружаем, если мы не относимся к этому серьезно, если не погружаем в свое сознание и не то есть, таким образом принимая прибежище в этом знании, в этом процессе, не связываем полностью свою веру с этими наставлениями, которые даются там, то есть приходят к нам, вот, то у нас может увести какую-то опять глупость, и мы будем такими же мудгами, даже еще больше, потому что мы вроде бы как бы соприкоснулись, а действуем вообще тупим, короче, по полной программе. Понимаете? Вот. И нам будет нравиться ездить куда-нибудь там на пляж, короче, знаете, походить там, позагорать. Какой в этом вкус? Я не понимаю. Я вот смотрю преданные, знаете, едут в Турцию. Едут, короче, там, куда еще едут? В Египет, знаете, там, куда-нибудь там, в Таиланд, там, на самой, ну, кого денег побольше, знаете. Ну, поедьте во Вриндаван, поедьте в Пури, там тоже солнце есть, как, ну, какой смысл, там атмосфера такая, ну, просто отстой, понимаете, просто отстой, там, в Таиланде, например, я помню, ну, с духовной точки зрения, для преданного, понимаете, я помню, поехал, Махарадж попросил, уже Махарадж, и я поехал туда, в Таиланд, и мы там харинами в Бангкоке. И потом, но я почувствовал, что это как бы не план Кришны, в общем, да, надо возвращаться в Украину. Вот. А преданные как раз, они должны были заехать в Паттайю на Радхаятру, и потом оттуда сразу ехать на Самуи. Самуи, это, знаете, вот это как реклама, помните, Баунти, там такое, знаете, море такое прозрачное, там пальмы, все такое, ну, рай, короче, знаете, на земле. Это такой мировой курорт. И там проводить харинамы, короче, да. Вот, и они должны были туда ехать. Вот. Я, короче, поменял билет, пока в Бангкоке были, короче, поехал в аэропорт, $100 переплатил, короче, поменял билет, и они поехали на Радхаятру, а я полетел, короче, в Киев. И это был декабрь, там было плюс 30 в Бангкоке, а в Киев я прилетел, а там минус 12, а я в экстазе, знаете, потому что холодно, правда, простудился, после плюс 30 сразу на минус 12, там пока до Дмитровска чемодан дотащил, надышался холодным воздухом, простудился, но внутренне был в экстазе, потому что это желание Кришны, и это как бы преданное служение. Поэтому мы должны, то есть постепенно у нас должны уходить вот эти вот какие-то материальные перспективы, то есть, ценность вот этих материальных наслаждений, вот, грубых, тонких, она должна меркнуть в наших глазах, по идее, то есть если мы прогрессируем сознание Кришны. И наоборот, какие-то возможности для наслаждения духовного, они у нас должны приобретать ценность. Понимаете? То есть это значит, мы правильно развиваемся. Там, как преданные едут во Вриндаван и кучу денег на это тратят, да, там, каждый год. И материалисты, они недоумевают, а что там делать, короче. Там, да, то есть, там, мусор, короче, куча, там обезьяны там бегают, какие-то дома там не поштукатуренные там с этими, с кирпича красного, короче, ну вообще такое. Вот. Они не могут понять. Но преданные, почему их туда так тянет, почему они не жалеют деньги на то, чтобы туда поехать? Потому что они там чувствуют Кришну, они чувствуют более глубокую связь с Кришной, и они от этого чувствуют вкус, они этим наслаждаются. То есть так отличается жизнь преданному. То есть преданному неинтересно, ему жалко тратить время. Вот у меня сестра живет в Ялте, вот у нее там квартира трехкомнатная, еще рядом квартира однокомнатная, она ее сдает. И она меня сколько раз звала, уже там не знаю, сколько уже там она живет, я не знаю, лет 20, наверное, вот, она переехала с Днепродзержинска. Она меня сколько вот зовет, приедь, типа там позагораешь, на море походишь. Я ни разу так и не поехал.
Ехал когда-то в Севастополе, был на Махате, короче, ну там, ну, с проповедным Харинамой, ну и в гости просто к ней заехал, там, чтобы ее как бы тоже вдохнуть, потому что она преданная, она практикует. То заехал просто к ней в гости, чтобы, потому что это было как бы... А так вот это специально ломиться в эту Ялту, для того, чтобы... Хотя мне там бесплатно все жить, короче, там, ну, чтобы просто ходить там на это море, короче, там, загорать. Не зачем ему надо вообще, это форма страдания, короче, это бред полный. Вообще непонятно. И то есть преданные они... То есть мы должны вот это вот... наблюдать за своим сознанием и работать над тем, то есть преданные едут на фестиваль, то есть почему? Потому что то есть, там духовное наслаждение, то есть духовное, как бы сказать, ретрит, да, как мы говорим. Ретрит это значит, ну, отдых. Хотя они могут там заняты быть очень, то есть материалисты, они отдыхают, футбол гоняют, потом валяются, короче, силы нету, да. А преданные отдыхают, смена занятости, там в киртане прыгают, танцуют много, там, на кухне помогают и так далее. То есть, ну, это отдых, общение. То есть мы должны вот эти вот развивать вот эти вкусы духовного наслаждения. И забывать, терять эти материальные вкусы. Вот. Но для этого нужна садхана. То есть на каком-то этапе то есть мы должны действовать из чувства долга. То есть мы должны дисциплинировать свой ум и чувства, направлять их. Вот. Если не получается самим, то есть, ну, нам нужна помощь какая-то. Вот для этого система наставников, куратор. То есть куратор, он наставник, он то есть более серьезный преданный, который подталкивает нас, помогает, поддерживает нас, напоминает нам. И у нас это получается, потому что сами ему, может, не хватает сил преодолеть вот это влияние майя, потому что майя, она засасывает. Вот. Засасывает, это значит, что вы уже хотите освободиться от нее, понимаете, а не можете. Знаете, вы уже там пришли с работы, вы устали там, или с храма, там, знаете, и вы включаете там, интернет или телевизор, знаете, и вы уже засыпаете, вот, и вам хочется отдохнуть. А вы не можете оторваться, а чем же там закончится, хочется посмотреть. А чем закончится? Да одинаково оно все заканчивается. Рождение, смерть, старость и болезни, понимаете? Вот. И вы, то есть это так майя действует, она засасывает. Поэтому очень важно садхана. То есть если вам, например, хочется посмотреть какое-то кино, у вас есть время, то вы должны быть уверены, что вы в этот день сначала почитаете книги. Час-полтора почитайте книги, обязательно. Пока если вы не почитали, кино не смотрите. Потом уже, когда почитали, можете посмотреть кино. Ну, я почему говорю, лучше, конечно, не смотреть. Но если, ну, я же просто знаю, что вы все равно посмотрите. То есть, такой процесс, понимаете? То есть, мы говорим, делай вот это, то есть, делать правильные вещи. Тогда постепенно вы начнете, если вы будете читать все время, то есть со временем вы будете терять, больше терять вкус. То есть вы, ну, потому что там все бессмысленное, все примитивное очень, понимаете, там нету. Вот. И вы сначала вы не сможете весь фильм просматривать, вы будете его уже так переклацывать, знаете, там, или наконец, сразу раз, наконец посмотрели, там плохой конец, все, не буду смотреть. Хороший конец, там, ну чуть-чуть там, знаете, там, раз. Ну, так вот, чтобы погружаться, чтобы вот это там все, это самое, знаете, вот от начала до конца, там, со всеми подробностями, все это смотреть, ну, это будет для вас уже слишком утомительно, именно это чересчур. И так далее. И так со всем. Поэтому очень важно садхана. То есть сначала мы делаем садхану, а потом со временем начинают теряться вкусы. Вот, понимаете? То есть и больше начинает проявляться вкус Кришна-катхе, то есть и практики сознания Кришны вообще в целом, вот, и уменьшаться вкус к материальным. И какие-то вещи, то есть, которые раньше были такими ценными очень, они вообще, ну как бы, мы просто не будем понимать, и какой в этом смысл, зачем оно вообще надо.
Поэтому нужно действовать из чувства долга. Вот, заставлять, то есть сознательно направлять свой ум. Это баджанакрия. Баджанакрия, когда мы сознательно направляем свои действия, занимаем свое сознание в преданном служении. И это во многом, то есть шраванам киртанам очень важно. То есть тогда Шрила Прабхупада говорит, если у вас правильный шраванам киртанам достаточный, тогда вся деятельность, которой вы занимаетесь, она будет в преданном служении. То есть вы будете выполнять свои обязанности материальные как бы с этой идеей, что это для удовлетворения Кришны, для того, чтобы развить сознание Кришны, самому и своим родственникам помочь. И всю остальную деятельность, как мы говорим, в практическом преданном служении, вы тоже будете осуществлять для Кришны, то есть как помня о Кришне, что это для Кришны делается. Это все возникает благодаря хорошему шравану, слушать о Кришне. Хорошо, на этом остановлюсь. Может, есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, вот вы так хорошо описываете, просто так глубоко и нашим доступным языком, который вот нас цепляет, который мы лучше понимаем. А можете вот объяснить вот эту разницу между вот реакцией, вот в начале текст читали, это был комментарий Шрилы Прабхупады, что есть душкритина, да, есть вот преданные. Точнее, есть благочестивые. Сукритина и душкритина. Да, сукритина и душкритина. И вот в чем разница вот эта, что одних прижимает, они не принимают. Вы сначала тоже об этом немножко говорили, но вот хотелось бы, чтобы вы углубили эту тему. Вот что одни не принимают, а другие принимают. Вот этот момент, вы говорили про разум тоже, про крепкий, но вот в чем все-таки фишка? То есть, что... Почему одни так, а другие так? Да-да. Ну, потому что эти не благочестивые. Шрила Прабхупада говорит, для того, чтобы Богу предаться, то есть сначала к Нему предаться, к Нему сначала нужно приблизиться. И неблагочестивый человек, он не может приблизиться к Богу. Шрила Прабхупада говорит, индусы, они благочестивые. Вот. Они близко стоят к Богу, но они стоят к Нему спиной. И смотрят на Америку. Но они близко, потому что, ну это в том случае там. Конечно, есть разные, это не то, что там в общем мы говорим, но как иллюстрация того. То есть он говорит, что не будучи благочестивым человеком, невозможно приблизиться даже к Богу. То есть как-то начать вот, понимать, езжать. Поэтому, и когда Шрилу Прабхупаду спросили ученики, а откуда же у нас благочестие, американцы? Он говорит, я создал ваше благочестие. То есть вы мне поверили, то есть очень быстро, и я занял вас в деть, то есть у вас веры нет, то есть если веры нет еще пока такой, то это не будет еще бхакти, это называется деятельность, пропитанная духом преданного служения, агьята сукрити. Вот. И гуру занимает учеников, они просто из-за того, что у них вот есть к нему доверие такое, шрада и хорошее расположение, он их занимает. Помоги то сделать, помоги это сделать. И этот процесс, он также работает дальше. Вот. И, то есть, а это параупакара, высшая форма благочестивой деятельности. Потом уже, когда развивается вера, тогда уже это бхакти. А вот эти душкритины, они не занимались благочестивыми поступками. Понимаете? То есть, и им очень тяжело. И таких людей большинство. Поэтому Кришна в Бхагавадгите, он говорит, что всегда думай обо мне. Понимаете? То есть люби меня. Потом он говорит, то есть это самое лучшее. А если не можешь делать это, тогда следуй правилам, предписаниям садхана бхакти. И таким образом ты в себе разовьешь вот это лаульям, сильное желание достичь меня. Тогда ты сможешь думать постоянно обо мне, благодаря садхана бхакти. Если ты не можешь следовать садхана бхакти, тогда занимайся карма-йогой. То есть действуй для меня. То есть там, деньги зарабатывать и так далее, но посвящай плоды своей деятельности на служение мне. Это получается йога, карма-йога. Вот. Если ты, он говорит, не можешь по каким-то причинам посвящать свои плоды мне, тогда просто благотворительность занимайся. Там, школы там, открывай, больницы, там, корми людей, пусть не просадом, там, чем-нибудь, но просто действуй на благо других.
Вот. Потому что это тоже увеличит твое благочестие. И это поможет тебе потом в конце концов, ну, развить разум, как бы, и суметь предаться уже больше, как бы, действовать. То есть, поэтому очень важно вот это благочестие. И в Шичтанья Шикшамрите Бхактивинода Тхакур он тоже описывает, как вот, ну, то есть, в принципе, в этом смысл системы Варнашрамы, чтобы занять людей благочестивой деятельностью, то есть на благо других людей. И тогда у них развивается разум, как предаться Кришне больше и больше. Но на этом пути нужно проявлять терпение и смирение, то есть не психовать, понимая свое положение. Вот. Поэтому вот этот Шрила Прабхупада, он создал это движение, то есть Господь Чайтанья пришел и дал миссию распространять знания о вайшнавизме и святые имена, да? То есть Санкиртана. Вот. И все, и мы начинаем в этом всем участвовать. Божествам служим, просады раздаем, там устраиваем. То есть это все очень сильно увеличивает наше сукрити, наше благочестие. И у нас начинает развиваться разум. То есть мы начинаем понимать больше. То есть с разумом вкусы меняются уже, понимаете? То есть уже все, селедка воняет, уже она невкусная. То есть, наше меняется полностью постепенно это... Не сразу происходит. И в конце концов мы становимся способными полностью предаться Кришне. А те, у кого есть вот это, то есть у них нет вот этого благочестия, то есть мы видим, есть какие-то люди более такие невинные, да, то есть они так, ну, такие на позитиве, да. А кто-то такой сразу, ну, как бы не гневается, да, да. Но он уже прогрессирует, они уже как бы там как-то потихонечку, даже гневаясь, они... немножечко это тоже все равно, то есть влияет на них, и они... Но Мадхьяма-дхикари, он должен не раздражать их, не так, что мы там, вот они гневаются, и они прогрессируют, поэтому давай их дратувать, чтобы они больше гневали и больше прогрессировали. Нет, то есть Мадхьяма-дхикари должен избегать, то есть не раздражать их. Вот. Но мы всегда должны помнить, что это не так массово, то есть сознание Кришны, оно не так массово. То есть большинство людей, они постепенно, они должны созреть. Это там в следующей жизни, через жизнь. То есть они так обусловлены, что они как бы не включатся еще в этой жизни. Спасибо большое, хороший ответ. Я хотел, ну, спросить и дополнить, вот как, правильно ли я понял, прояснить. То есть получается, человек должен накопить благочестие, и тогда он сможет предаться, да? Да. Вот. А встать на путь даже сначала. Встать на путь, да. А потом еще больше, да. Это как бы понятно, да? Даже став на путь, он должен накопить благочестие, чтобы заниматься чистым преданным служением, бхакти-сукрити, да? А вот бхакти, она же не зависит от того, накопили мы сколько. То есть мы можем подумать, что мне надо накопить, и тогда я смогу... Нет, так это накопить для того, чтобы подойти к бхакти. Для того, чтобы начать практиковать бхакти. Понимаете, она не зависит. То есть мы для того, чтобы подойти, вот для того, чтобы, например, начать практиковать бхакти, нужно общаться с преданными. Правильно? То есть получается два метода. Либо ты накапливаешь, либо ты встретил чистого преданного. И для того, чтобы встретить его, нужно накопить, да? Нет, просто так не встретишь. Нет, тут есть беспричинный вот этот момент. Поэтому, ну, когда мы это обсуждаем, мы можем понять, какова же ценность вот этого контакта, вот этого общения. Кашила Прабхупада говорит, я создал. То есть у вас не было благочестия, вы его не накопили, а я его создал. Поэтому представьте, какая это ценность. Когда мы встречаем преданного, да, Господа, и мы сразу можем, благодаря служению только же ему, не просто, чтобы мы встретили... О, все, свершилось. Нет, он дает наставление, он нас занимает, то есть мы к нему доверяем. И тогда, благодаря следованию его наставлений, мы очень сильно, быстро увеличиваем свое вот это вот сукрити, вот, понимание. То есть в этом ценность, да. Он просто берет, вот, то есть ценность то, что они вообще есть, такие люди, да. Вот мы, например, да, мы как бы хотим быть благочестивыми, мы хотим куда-то вот жертвовать деньги. Мы понимаем, у человека, например, много денег, да, и ну ему для жизни там много же не надо, правильно, там, ну, у него много денег. Вот. И он думает, не, надо вот как-то на будущее, да, там, куда я там пойду, там,
в следующей жизни, там, или там в рай, там, или еще, да, то есть я хочу что-то делать, вот как бы на будущее, да, я верю в Бога, он благочестивый человек, например, вот, и он думает, я буду вот как бы заниматься благотворительностью, я буду как бы вот влаживать куда-то деньги, какие-то хорошие вещи, но благо, он, конечно, он хочет благо какое-то для себя, да, то есть в будущем от этой деятельности, но благо, которое он получит от, это, от этих вложений, оно зависит от того, во что он вкладывает или в кого он вкладывает, понимаете? Вот. И если, представьте, вот нету преданных, и высшее благо, да, то есть человек может получить, например, жертвуя чистым преданным, понимаете? Высшее благо. А какое высшее благо? Чьи вечную жизнь, исполненную знанием и блаженством. За какие деньги вы купите вечную жизнь, исполненную знания и блаженства? Ни за какие! Миллиарды, не понимаете? Да. Не работают, невозможно купить это. Но если есть чистый преданный, представьте, вкладывая в него, то есть давая ему, он там использует, это не важно как, главное, что вы в него вложили. Это законы, они уже работают. Вы получаете максимальное благо. Понимаете? Максимальное благо. Вот. Поэтому, когда Рагхунатх Дас Госвами, он пришел и встретился с Господом Нитьянандой, его преданными, на берегу Падмавати, по-моему, речка называлась, вот, то, а мы знаем, Рагхунатх Дас Госвами был очень, сыном очень богатого человека, и сам он, ну, естественно, был очень богатый. Вот, то потом, когда его там Нитьянанда благословил и так далее, то потом, ну вы знаете, это мы празднуем этот праздник, вчера Дахи Махотсава, да, то есть он там накормил, кроме того, что он накормил всех преданных этим плющеным рисом с йогуртом, с бананами, он еще потом, он попросил, по-моему, Рагхаву Пандита, вот, через него передал Господу Нитьянанде, и там каким-то его близким спутникам, я не помню там поскольку, ну какое-то там этот, большое количество денег в золоте, там, сколько-то монет Нитьянанде, сколько-то монет там, преданному, тому-то, тому-то, тому-то. Почему? Потому что он понимал, куда надо вкладывать, понимаете? Потому что он хотел обрести милость Господа. Зачем Господу Нитьянанде деньги? Бог. Ему не надо. Понимаете? Но Рагхунатх Дас Госвами от этого получает большую милость, понимаете? Большое благо, милость Нитьянанды. И поэтому он, понимая это, и он дал не только Нитьянанде, да, можно сказать, что да я вот Нитьянанде, да, Нитьянанда же самый крутой, поэтому я в Нитьянанде вложил уже достаточно. Не, он еще там, ну, многим преданным как бы попросил Рагхаву Пандита передать. Ну, там они, он меньше, там Нитьянанде он самый больше, потом там кому-то там хватит, ну, то есть как-то так распределил эти средства, как бы, и сделал такое большое пожертвование. То есть, и сразу же, то есть наша, то есть, как сказать, вот это материальное богатство, оно приобретает большую ценность, потому что мы, так вы не купите, за миллиарды, за все золото мира вы не купите вечную жизнь, исполненную знания и блаженства. Но если есть преданные, а представьте, вот не было бы Нитьянанды, не было бы Шрилы Прабхупады, не было бы преданных, которые следуют серьезно этому пути, и непонятно, что вкладывать. И мы вкладывать будем, да, у нас есть это, например, тенденция, но мы вкладываем и получаем только материальные плоды. Вот. Здесь есть деньги, и есть возможность встретиться с чистым преданным, нужно все эти деньги потратить для того, чтобы встретиться. Ну, разумно надо подходить, да, чтобы там осталось что-то тоже на жизнь, а? Да, то есть, ну, тут имеется в виду, что мы должны, да, мы должны верить. И вот практиковать вот этот принцип дадать и протигрихнати и так далее. То есть, дарить дары, принимать дары. То есть это очень важно. Я вот езжу, например, по Украине. И вот я заметил, я сам как бы, ну, не это сам. Вот те преданные, которые жертвуют, вот, я заметил, они
как-то начинаются отношения развиваться, знаете, они начинают стабильно приходить, там, когда я приезжаю, там, например, на лекции, там, на киртаны, и я вижу, что им заходит, понимаете, они понимают, о чем я говорю, потому что они этому принципу следуют. Понимаете, происходит, и я это не контролирую, ну, мне, ну, как бы, в принципе, понимаете, да, я даже не понимаю, ну, потому что этот принцип, он Господом создан, понимаете, и там вот есть, ну, место там, куда я, ну, постоянно приезжаю, вот преданные очень, очень хорошо так, как бы, ну, и встречают, и принимают, там всегда жертвуют хорошо, и я когда туда приезжаю, я вот иду там, например, на лекцию, я вот так чувствую, знаете, понятия не имею, что рассказывать, короче. Вообще, вот, ну, уже все им рассказал. Что им рассказывать уже? Но я начинаю говорить, и Кришна уполномочивает. Я сам бывает, что такое, как скажу. Думаю, ничего себе, вот это я дал, короче. Понимаете? Потому что Кришна доволен, понимаете? И он меня, то есть, ну, как бы, уполномочивает, потому что он доволен, что они... То есть проявляя по отношению ко мне вот это вот настроение, понимаете, правильное, они вдохновляют Кришну через меня проливать на них милость, понимаете. То есть, то есть своим вот этим поведением они вдохновляют Кришну, понимаете. А бывает, как бы, ну, то есть приезжаешь, поешь там и просишь там на караталах подыграть, и говорят, а ну, блин, что-то я устал, короче, знаете, даже на караталах, знаете, не может подыграть человек, потому что он, там, знаете, здоровый бой сидит, не может подыграть. А, поэтому и ты такой сидишь и не знаешь, что рассказывать, понимаете, и как-то нету связи. Поэтому нельзя быть скупцом, жлобом, жлобами. Жлобы в духовный мир не прорываются. Понимаете? То есть мы должны быть готовы жертвовать, понимаете, жертвовать собой, вот, жертвовать там силами своими, средствами и так далее. Это все одно из для служения миссии, Шичитания Махапрабху, служения преданным и так далее. Тогда мы будем видеть, как это, потому что, ну, как это работает. То есть мы будет обратная связь. Вот этот принцип да-да, дипротехникнатия, Рупа Госвами объясняет, как переходит, как проявляется, то есть как работает этот процесс, как переходит, то есть как получается вот эта вот передача трансцендентного знания. Передача трансцендентного знания. И потом смотришь, вот проходят как бы годы уже, ты ездишь, например, в какие-то места, и вот те преданные, которые включены, которые вот участвуют в этом процессе, понимаете, то есть следуя наставлениям Рупы Госвами в нектаре наставлений, они такие в экстазе, они, у них вдохновение, они энтузиазм, они там мне делятся, что вот как они там себя чувствуют, я так смотрю, думаю, ну, я понимаю, что это же не я, это Кришна просто их так вдохновляет, но они это чувствуют, вдохновение, как бы, ну, соприкасаясь со мной, понимаете, а кто в этом процессе не участвует, они так не чувствуют. И они такие зашли там, Хари Кришна, уже Прабху там поклонились там, и пошли там у них там свои дела. Понимаете? Потому что им не открывается. Понимаете? Да. Поэтому мы должны вот этот, ну, как бы, этому процессу следовать, так как объясняет это Ачарьи. Вот. То есть это вот в наших руках. И не надо будет ходить семинары посещать по исправлению кармы. Потому что вот эти все секреты, они вот только здесь. Все, нигде по-другому там никто ничего мне не расскажет. Да, уже Рупа Госвами и Шрила Прабхупада все объяснили. Ну, в смысле, не надо ходить, улучшать кому-то карму чужую, ну, типа, носить деньги, чтобы они улучшали свою карму. Я хотел спросить, очень понравилось там, ну, точнее, вот эту связь выстроили, что получается, что человек, он, ну, когда придавливает, когда он накапливает благочестие, да, там, благочестие это сказывается на его разуме, то есть его разум развивается. Благодаря этому, когда его прижимают обстоятельства, он может предаться Господу, у него благодаря разуму есть шрадха, это первое
первая ступенечка к преданному служению. Вот. И у меня вопрос вот в том контексте, есть ли возможность помочь как-то другим также вот развить этот разум, благодаря которому они могут наш шрадху укрепить? Это что же мы делаем? Мы раздаем просад, мы выходим харинамы, проводим, люди слышат святое имя. И потом на каком-то этапе там одну харинаму, вторую, третью, понимаете? Вот, они встретили, у них накапливается вот это сукрити, понимаете, это сукрити. И потом оно выстреливает, раз там где-то у друга книгу увидел, там, или дома нашел на полке, оказывается, когда-то давно купил. И вдруг у него появляется интерес, он начинает, или там в интернете что-то нашел, там лекции какие-то, понимаете, начал что-то слушать. То есть, так это, то есть вот эта вся наша деятельность, она как раз направлена на то, чтобы увеличивать вот это сукрити людей. Понимаете, вот если человек... Ну, вот я сейчас вам вот секрет такой большой открою, чтобы вы знали, какой ценностью, каким могуществом, какой силой обладает, то есть именно в плане вот благочестия, в плане благочестия. То есть если мы говорим благочестие, да, то есть это как вот какое-то там, например, золото, да, там сравним золото с благочестием, вот, или благочестие с золотом. Правильно сказать. Вот. И есть золото разный вес, правильно? То есть, чем больше золота, тем больше вес, тем больше благочестия. Да? Вот. То если сравнить, например, вот если человек просто встретил харинаму и просто подумал, о, какие кришнаиты молодцы. Вот харик, молодцы такие, прикольно так поют, вот танцуют, энергично так такие, жизнерадостные, энтузиастичные. Вообще молодцы. Вот он так вот просто подумал. Он, вот это вот просто вот один раз, вот так вот, он получает благо больше, чем если бы он, например, всю жизнь ходил в церковь, там молился, ставил свечки, короче, понимаете, и так далее. Это тоже благочестие, это увеличит его благочестие. Но вот один раз он Хари Кришну встретил, вот так вот на позитиве подумал, он получает благо, если бы он всю жизнь ходил в церковь и ставил свечки, там, понимаете? И там крестил яйца там, и так далее, этим Пасхи и все остальное. Да. Понимаете, чем мы обладаем? И постепенно мы прессуем, то есть насыщаем общество вот этим благочестием. И это работает. Мы видим, сейчас уже люди, там никого не удивишь, карма, там уже все политики там говорят про карму, там что Путина карма догонит, того догонит, этого догнала, как бы. То есть они это уже, для них это жизнь, там, знаете, про реинкарнацию они, понимаете, там, что вегетарианство это хорошо, это уже все как бы. Вот. А 90-е годы, я помню, мы книги распространяли, такими с квадратными глазами там на нас смотрели, говорили, вы что, лунатики, короче, понимаете? Да, ну, работает вообще четко все. Вот. Меняется карма полностью всего общества. Вот. Да. Да. Большое благо, да, совершенно верно. Да. То есть это вот милость преданных. Шмат Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупад Ки Джай. Что захотели? Да, я вспомнил в лекции, не помню источник. Если вот взять всю нашу вселенную и совершить все возможные яги, ашвамедха, жертвоприношение коня, то если кто-то пытается дать святое имя другому, вот это благочестие, которое он получает от попытки дать своему другому, вот это и сравнить его со всеми жертвоприношениями, которые можно совершить во Вселенной. То есть и вот это благо в 16 раз больше получается. Вот это от того, что мы кому-то хотим дать святое имя. Вот да. Это такой человек, который хочет дать кому-то святое имя, в 16 раз больше получает благо, чем он совершит все жертвоприношения в этой Вселенной. То есть... Да, джай. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупад Ки Джай, Нитай Гаура Брахмананде, Хари Хари Хари.